знаете, клиническое исследование – это очень важная проблема клинической онкологии, потому что позволяет, во-первых, с одной стороны, помочь больным, с другой стороны, оно позволяет получить информацию, объективную информацию об эффективности того или иного клинического препарата. Ну, эта методика, она возникла не у нас. В России она возникла в Америке. Впервые, когда начали вводиться в клиническую практику препараты, но анализ эффективности их деятельности тогда не был отлажен. И благодаря разработке методологических основ клинических исследований, сегодня можно сказать, что эта методика отработана настолько, что, наверное, сложно найти какие-то организационно-методические издержки. И, наверное, в этом плане, может быть, стоит не столько менять эту проблему, изменять структуру исследований, сколько, наоборот, ее наращивать и совершенствовать, безусловно. Потому что, к сожалению, до настоящего времени потребности в клинических исследованиях, они гораздо больше, чем есть реальные возможности. Ну, этот форум третий по счету. Вот. И опыт их проведения показал, что с каждым годом число участников форума увеличивается. И вот если в прошлом году на втором форуме «Белая ночь» приняли участие, если мне память не изменяет, более 2800 человек, то вот на сегодняшний день, на сегодняшний час, я как раз в регистратуре, мне сказали, что зарегистрировано в качестве участников форума 3609 специалистов. Вот это лишний раз подтверждает, наверное, нужно проводить или не нужно проводить эту форму, его востребованность.